გამარჯობა. მოგესალმებით საქართველოდან თბილისიდან. Приветствую вас из Грузии, из Тбилиси. Сегодня 10 июня, Международный день Арнуво. Давайте подведем итоги нашего фестиваля Арджиул Фестивал, который проводится в Румынии в этом году в режиме онлайн на YouTube-платформе. Участники этого прекрасного форума из 25 стран с трех континентов в течение недели, начиная с 4 июня по 9 июня, выкладывали видеоверсии своих прекрасных работ на YouTube-платформе. Это был настоящий праздник таланта, элегантности, утонченности. Международное жюри в составе Алдоны Пинти, Ольги Шумиловой, Ирины Сасаки, Юрия Шуманского, Аннеты Валиус, Анны Дегтяревой и меня были в затруднительном положении, так как было очень сложно выбрать победителя среди столь талантливых людей. Однако выявилась тройка лидирующих. Это Наталья Марьяш, Светлана Ролов и Надежда Никишина. Как я уже сказала, было очень сложно выбрать победительницу. Однако при голосовании Наташа Марьяш набрала больше баллов, и она стала победительницей этого конкурса. Желаю ей больших успехов и творческих взлетов. Я думаю, она покорила наши сердца своими прекрасными сумочками. Каждый из нас знает, что сумочки для женщин – это особенный аксессуар. Я хочу показать несколько ее работ, точнее фотографий, несколько ее работ. Я не знаю, как получится сейчас в этом видео, но я попытаюсь. Вот ее сумочки. Вот такая у нас победительница в этом году. Обратите внимание на детали. Вот это другое фото. Здесь другие сумочки. Очень элегантные. Еще раз я поздравляю ее с этим успехом. А также хочу поблагодарить организаторов этого прекрасного форума, в частности госпожу Анну Запорожен за труды и вообще всех участников. Включая последних событий, то, что в мире происходит, хочу надеяться, что красота все-таки спасет мир, и каждый из нас сможет внести свою небольшую лепту в этом непростом деле, создавая невероятно красивые, уникальные вещи, которые будут скрашивать каждодневный быт и превращать ее в праздник. Всем больших успехов и удачи вам! Спасибо!